Привет, чувачок. Как твои дела? Штатива у меня еще нету, не купился. Вот сегодня будем крутить. Вот. Диски спорить, видишь, привод. Выпендривался. Вот. Тут была важная информация. Сейчас мы его будем вскрывать. Вскрытие покажет. Вот, видишь, привод LG. Покупал я его сейчас 2018 год. Вот инструменты прикольные такие тоже. Вот это прикольное с подмашинки. Так, ну, сейчас будем скрывать. Смотреть, причина. Можно сказать, это уже вещь сломанная. Ремонту не подлежит. Ну, в всяком случае, в PC-шопе. PC-шопе. В PC-шопе. Вот название придумали. PC-шоп. Так, там отказались ремонтировать. Вот. Еще их хотели денег содрать с меня. Ну, в принципе, они же думают, понятно, может, мне некогда или руки у меня из жопы. Привод, если я привод достал, там был у меня. Вот, и сам его установил. 80 гривен хотели взять с меня. Вот, крышечка, вскрытие началось. Вот, крышечка. Так что ничего тут интересного и нету. Микросхем куча он. А мы его полностью разберем. Ну, пыли много тут, да. Пылюки до хрена. Понятно, сколько он, я его покупал, в 2000, в каком году, не помню. В каком-то году покупал, не помню в каком. Так, я мы его вскрытие сделаем. Полное вскрытие. Вот, из чего состоит. Эта штука. А, кстати, это играет моя музыка, DJ Колдун проект называется. Кто не знает, меня скоро узнает. Вот. Уже люди на улице узнают, так что уже клёво. Так, вот. Как его там дальше вскрывать? Где там его? Где там Ури, где у него кнопка? Где у него кнопка? Опа. Микросхема вот. Вот это, ага, вот это вот магнитик тут какой-то, наверное, да? Что у нас тут? Вот, соединяем вот. Это соединяем. Вообще можно выдавать нафиг, оно надо уже. Вот. Это падла, блин, мне тут напортачило. С диском. Вот такое вот учудило, а? Собака такая бешеная. Не, ну оно у меня все сохранено, понятное дело. Я сначала записываю, а потом стираю, естественно. Вот, ну. Понятное дело. А, о, как оно ходит. Смотри, а? Чик-чик. Тик. Лазер тут, видимо, да? Да, где оно тут дальше разбирается. Смотрим. Сейчас же многие уже таким барахлом не пользуются. Ну. Как-то подарил одному человеку DVD-диск на день рождения. Он говорит, а мне его смотреть не на чем. У него даже DVD нет. Он все с флешек читает. Музыку, понятно, в инете слушает, качает. А может вообще музыку не слушает.
Нафига она ему нужна, да? Тут такой мелкий, блин, этот, что туда эта отвертка не влазит. Блин. Нет такой отвертки, не знаю, есть или нету. Ну, в принципе, вандализм присущ мне. Я помню, когда-то в 2000... записывал альбом Millennium of Fear, проект Requiem, да. Есть у меня там, поищите. Ссылочку скину. На название там под видео будет ссылка на альбом, да, даже, по-моему. Ну, или на диск, или на кассету, там, на что-нибудь, что мне в голову придет, то и, короче, уже издан он уже на 4 лейблах, так что в формате аудиокассета, и, короче, что мне это падла сделало? Мне это падла, магнитофон был у меня, кассетник, ну, тогда интернета еще не было, и видеокамеры у меня не было. То было какой там 2000 год, по-моему, я записывал, да. Тогда еще интернета у нас не было. Вот. И ютуба тогда не было еще. То бы я заснял. Это я его, короче, молотком расхерячил тот маяк. За то, что он мне там кассеты пожевал. Ну, я там, как бы, у меня были сохранены, потом я чухался. Но все равно было неприятно. Я его разбил молотком, раскурочил до последней, так сказать, детали. Ну, и выкинул, естественно. О! Вот, раскурочили этот хлам, блин. Аудиорезервер, блин. Ай, хеп ты, чиничи. В жопе кирпичи у Пушкина, да? Так. Ну, пыли тут много, конечно. Хлам есть хлам. Вот, пластмассы много. Что у нас тут? Вот, что винтики пригодятся. Ну, молотком разбивать то самое такое, а ты решил вот вскрытие сделать. Вскрытие покажет, кто под кого ляжет. Вот мы с ним рассчитали, с этим конченным устройством. Ну, много лет прослужил, да. Опа, винтики от него остались одни. Останутся, точнее, сейчас мы его добьем. Опаньки. Наконец-то я время нашел для этого дела. Опа. Ну, это уже... Уже, блин, хлам такой, что... О! Все. Практически уже... Уже полностью раскрученная штука. Все, вот. Вот ходовая часть лазера. Шина. Машина. Такс. Опаньки. Ну вот, раскручили. Деталька такая. Ну, тут у меня отвертка что-то не влазит. Вот такая прикольная штука. Ну, все. Разобрали. Разобрал. Все. Разборка прошла успешно. Желаю успехов тебе, Макс Свехов. Подписывайся на мой канал. Я диджей Колдон. Скоро ожидай мой альбом Киберграйнд. Вот. В стиле все. Пока-пока, чувак. Вот такая штука прикольная. Все.